Всем привет-привет! Добро пожаловать на мой канал! У меня опять распаковка и первые две посылки я заказывала на Amazon. Решила все-таки вам показать, так как товар интересный и я нашла ссылки на AliExpress, поэтому заходите в описание, там я вам все оставила. Первая — это маленькая беспроводная Bluetooth колонка. Она у меня в черном цвете и держу ее вверх ногами. Не знаю почему. Первый раз такие динамики заказываю. И я вам скажу, я совсем не разочарована этой колонкой. Она громко звучит. Чуть позже мы с вами ее протестируем. В наборе также идет маленький USB кабель для зарядки. Время зарядки около 2 часов. Время работы около 2-3 часов. Следующая также USB колонка. Bluetooth колонка. Она уже побольше и стоит немного подороже. В наборе идет сама колонка и также маленький USB кабель для зарядки. Время зарядки такое же, как и в прошлых, около 2 часов, но время работы уже 4-6 часов. Отверстия такие же, как и в первой, только есть еще плюс для наушников отверстия. Также в этой колонке есть радио, но я его еще не настроила. Bluetooth mode. Так включается эта колонка, и сейчас делайте потише. Bluetooth mode. Подключается колонка очень просто и быстро. Что еще добавить об этих колонках? Они стильные, красивые, звучат громко. В общем, я осталась в полном восторге от них. Ну а сейчас приступаем к распаковке посылок с AliExpress. Первый маленький пакетик ко мне пришла бижутерия. Это очень красивая подвеска. Вот так она выглядит. Пришла хорошо упакована, можно даже и на подарок. Вот так выглядит застежка, можно регулировать длину. И вот такая вот цепочка, луна и звездочка. Идем дальше. И опять бижутерия. Здесь пришло 6 пар сережек. Они идут с силиконовыми заглушками и одна заглушка в подарок. Хорошие сережки, мне понравились. Следующее — это гель для наращивания или укрепления от Civiland. Очень интересно было попробовать. Вот такой молочный цвет. Чуть позже, в конце видео, мы с вами его протестируем на жесткость. Здесь ко мне пришло 2 геля с блестками. Они просто нереально красивые. Посмотрите, как они сверкают. Очень красивые. Я думаю, на Новый год будут в самый раз. Продолжают доходить ко мне белые цвета с AliExpress. И это один из них. Вот такое название. Большой бутылек, 18 мл. Стекло. Чуть позже мы его с вами выкрасим. Очень понравились цветники от Букаки. Решила заказать еще несколько цветов. Естественно, белый. Мне понравился. Укрывистый, ложится в один слой. Правда, он немножко густоват. 2006 – это витражный гель-лак красного цвета. Я его нанесла вот сейчас на блестки и очень красиво смотрится. Следующий цвет непонятный, прозрачно-молочно-бежевый, я бы так сказала. Но в 2 слоя красиво выглядит. Вот такая вот тройца. Блестки без выравнивания надо наносить, потому что дают большого объема, скажем так. Можно уложить в один слой, если нанести какую-то блестящую подложку. Здесь его немного, этого геля, но думаю, хватит на несколько клиентов.
Эти такие же самые, без подложки, и надо будет делать выравнивание топом, потому что, ну, немножко неровно они ложатся. Но красота нереальная. Следующий — это белый цвет, который в большом бутыльке, и здесь попадаются какие-то мусоринки. Я думала, что это в гель-лаке, но оказалось нет, это было на крышечке, но после второго-третьего раза, когда я его открыла, все вытерла и все исчезло. Ложится в два слоя, понравился белый цвет. Сейчас гель нанесла, просушила, и он жесткий, и он гнется, но в то же время и хрупкий. Посмотрите, я его сейчас согну, и он сломался. Рекомендовать пока не буду, надо пробовать на ноготках. А у меня пока на этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно. И всем до скорых встреч. Пока-пока!